Друзья мои, сегодня у нас море грязное. Почему грязное? Потому что уже сколько время? Сейчас я расскажу вам. Температура воздуха плюс 30. А время сейчас, наверное, будет 11, мне так кажется. Я сегодня поздно вышла на море, но все равно вышла. Потому что с морем уходит весь негатив. С утра немножко понервничала. Мама плохо было ночью. Давление никак не падало, и я была и в час звонила, и в два ей, и легла после трех, проснулась в пол седьмого, опять потом заснула, проснулась, вернее, в пять. Вот как второй день, я просыпаюсь в 5 утра, и опять заснула, встала в 7, сделала йогу, немножко опоздала на занятие в прямом эфире, но выполнила его по обычной записи. И вот все равно пришла, море уже грязноватое, но там дальше шикарное. Ну а после моря можно принять душ, есть водичка, так что никаких проблем. Кто хочет, всегда найдет место. Хотя и пляж такой неухоженный, естественно, вот водоросли вот здесь вот очень много выбрасывает море. А грязное какое оно? Видите, щепки разные, веточки. Вот это грязь. Так, чтобы бутылок и мусора я не вижу. Ну, там есть, вот видите, бутылка, по-моему, одна пластиковая. Ну вот, иду я домой уже. И сегодня решила изменить маршрут. Пойду в этом направлении. Чтобы, может, вам что-то показать, снять, а то вы уже этот мой один путь вам уже, наверное, надоел. Красная аллея красивая, цветочки. Здесь почему-то нет аллеи, скамеечки. Что-то они не смотрят за этим парком. Не смотрят. Сколько же время, хочу посмотреть. 31 градус меняется температура каждую минуту. Тепло, я уже приняла загар. Эндера тоже не бужу с утра. Мне захотелось сегодня побыть одной. Бывает такое состояние души, когда хочется побыть одной. И я прямо нырнула в эту пущу воды. И с плохой энергией все потратила. Время не показываю, но я пошла домой. Покажу ситуацию, что у нас здесь. Молодежь. Танту не кушает. Сегодня встала на весы, опять граммы уменьшаются мои, падают. Вот здесь мусор, не смотрят здесь, в этой стороне. Да, типа, я думаю, я удивляюсь, почему такая ситуация. Думаю, за мусором не приехали. Это все из-за того, что все вот эти рестораны у нас закрыты. Когда все функционирует, здесь идеальная чистота, порядок. Надеюсь, что это время вернется. Даже не верится, что Мерсин в таком состоянии пребывает. Когда я только вышла замуж, привез мне мой муж сюда. И первый вечер после активной уборки генеральной, дома же не было ни еды, ни холодильник не работал в то время. За один день ничего не сможешь все убрать. И вот он мне привез сюда вот шашлычницу. Там дальше шашлык, кебаб. Там дешево можно впереди вот покушать. И потом после еды мы прогулялись. Здесь я была в шоке. Как здесь красиво. Музыка доносилась вот с этих кафе. Здесь мы завтракали, очень хорошее кафе. Все закрыто. И там мы вечером тоже на танцы ходили, на диско. Такое время было хорошее. Но 2 года мы пребываем вот в таком состоянии. В сонном. Надеюсь, что когда-то это все закончится. Вы представляете, сколько людей потеряли сейчас в таком кризисном состоянии. За это же надо платить всю аренду. Вот такие домики здесь. Но я бы здесь не захотела жить зимой. Но живут люди, привыкают ко всему.
Это район Вираншахир, Мезитли. Очень уютный. Такого я не видела. Я очень долго и много гуляла по набережной. Но вот именно такого, как здесь, похожего места нет нигде. Ну что, пойду я, мои хорошие, погуляю. И вам что-нибудь поснимаю. Какие замечательные деточки. Я тоже хочу, чтобы мои внуки приехали ко мне. Мечтаю об этом. Собачка как смотрит на них. Думает, что это за крики. Кто-то делает ремонт. Ну вот, появились люди. Где рыбаки? Все лодки стоят. Никто рыбку не ловит. Но вон собачки. Нашли общий язык, хорошая собачка. Вообще, поэтому я боюсь собак заиметь. И Ашкрим тоже. Он сам боится собаку. Вот эта собака, которая здесь, вот она гуляет, хозяйка пришла, понюхала. И вот спокойно уходит. Вот какая умная собака. Все здесь, у всех границы намечены. Кстати, работает Атомджу. Это соки такие вкусные, холодненькие, смесь всех. Обожаю. На вынос, как всегда. Вот в каком состоянии кафе. Очень хорошее кафе, я здесь не раз была. Просто можно попить чаек, заказать себе что-нибудь покушать. Ну, естественно, фастфуд будет не из полезной, а из правильной пищи. Ну вот все, им сколько надо будет мыть, перемывать все. Все закрыто, все брошено. А я сейчас пойду вот по такой улочке. Такую улочку покажу вам, какая в Турции. Тут Маймун, хорошее кафе наше, тоже любимое. Ой, как соскучилась, правда, по этому веселью. Очень-очень соскучилась. В этом районе нету ситы, а это апартаменты. То есть тут набираешь код, и только открывается дверь. Маленькие тут дворы. Ну, это, знаете, какое место? Здесь, вот, кстати, теннисная, бильярдная. Все закрыто. Все закрыто. Все раньше работало, жизнь кипела. Какая красота была. Придет это время, я уверена. Тут, наверное, парковка. Маленькие домики, уютненькие. Видите, на второго этажа можно подпрыгнуть. Поэтому решетки нужны. Специальные тут какие-то, видите, от солнца. Может, от воров тоже закрываются они. Железные решетки. Вообще, вот такой вот район. Наверное, на меня кто-то смотрит с окна и думает, что она здесь снимает. Дома расположены очень близко друг к другу. Вот такой маленький небольшой парк. Мальчик тоже умудряется как-то на мотоцикле проехать. Тут и так негде ходить пешеходом. Ну, вот здесь, по-моему, это ситы. Обгороженное, видите, да, это ситы. Уже поновее дома, пока окрашены все. Видите, как классно. Вот вышла, куда я? Дуру. Продают здесь сладкое. Вышла я на нашу центральную аллею. Бегом, Света, чабук-чабук. Пизды. А то тебя собьют и не спросят фамилию. Улицы помыли, видите, как чистенько. Захожу я на мою территорию. Что там Ашкин делает? Вчера я тоже без него пошла, а он меня, оказывается, ждал. Так обрадовался, когда я пришла. Что я увидела? Что мне встретилось? Что это такое? Он что, умер? Только что так шевелился? Сейчас мы ему поможем. А? Зашевелился, зашевелился. Давай, 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 давай.
Ага. Перевернула его. Какой жук странный. Опять перевернулся. Живи, беги быстрее. Очень странный. Наверное, раненый, лапок нету. Вот такое чудо природы. Одни чудо сегодня попадаются. Я ей кися, 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 кися. Никакой реакции. Такая отключенная. Пися. Пись, пись, пися. Вы видите? Ну, дышит. Ах ты. Какой сон у тебя сладкий. Во вторник у нас здесь торговля идет полным ходом. Смотрите. Посмотрите, что я придумала на завтрак ашкену. Сначала пережарим суджук. Затем я этот суджук переложила на кусочек лаваша, который остался вчера после тантуни. Думаю, что-то надо же придумать. Как только сковородка чуть-чуть нагрелась, я разбила одно домашнее яйцо. И сейчас вот так вот накрою нашу непонятно что. И сверху крышечкой. Перевернула я его на другую сторону. Но, естественно, накрыла сковородка, перевернула на другую сторону. И вышло очень интересное. Очень что-то интересное. И также накрою крышкой. Ему очень понравилось. Вот так это выглядит. Вот. Супер, ашки, вафетус. Каждый из вас желаю такого мужа. Пришел сейчас еле-еле. Смотрите, что он принес. Качган дурма. Бунешки. Пудинг калдым кезе. Музы. Курочку, кофе взял, печень. Тостер пенир. Вот это вот взял. Иногда молодец, Ашкито. Он отнес цветок и вот купил это. Спасибо большое, Ашка. Ты шоки не верю. Немашка. Вот это, знаете, самые хорошие они, как они похожи на вот эти испанские. Испанджа безиньор. Мало соленый, очень вкусный. Алсен, ач. Кюстер, пока им тады на. Вкусно. Спасибо. Вот такие вкуснятины взял. Давно не кушали. Но я это не буду кушать, конечно. Такой фред, вафли такие с шоколадом. Это тоже с шоколадом, с орехом. Эти крекеры такие, печенечки соленые. Это вкусное. В Турции печенье. Видите, там внутри начинка такая вкусная. Молодец, Сашка. Сейчас будем есть мороженое. Готовлюсь к ужину. Готовлюсь к ужину. Скоро будем ужинать. Погода сегодня такая хорошая. У меня сегодня очень... Что-то муза пришла у меня сегодня на ужин. И... Мужу готовлю плов из булгура. Давно не баловала его. Давно не баловала Индира. А себе приготовила такой диетический суп хороший, вкусный. Покажу вам. А также нохут ему приготовила. А также, как всегда, целый день что-то мы делаем с мужем. Он еще раз ходил, вы сами видели, купил вкусняшек, что-то там такое. В общем, весело нам, весело. Мороженое такое купил вкусное. Я сегодня, кроме фруктов, не ела ничего. Арбузик, арбузик. Вот такие вот дела у нас, дорогие мои. Все, сейчас уже плов
булгур с овощами готов. Все. Сейчас картошечку мне. Также я нохут приготовила. Суп какой у меня красивый. Обалдеть. Кстати, эта юбка. Ей, наверное, лет 5 уже. Я ее вообще не носила. Потому что я в нее не влазила. Видите, она на мне висит. Хвалюсь результатами своими. Я ее раньше, вот такой костюмчик у меня был. Даже видео у меня по украшению есть там в начале моего пути. Потом я в нее не влезла. И то вот так все было. Ходить не могла. Загарчик хороший у меня. Проголодалась я тоже. Уже чувствуется тепло. Но вечерами даже так дует, что я, когда сижу возле компьютера, у нас же там сквозной, то я, значит, одеваю кофточку. А вообще я вот привыкла сейчас, слежу за осанкой. Знаете, как надо себя настраивать? Вот, допустим, я уже не могу так согнутые плечи выворачиваем. И так делаю. Еще я научилась сегодня такое упражнение. Вот, руку взяли. Раз. А наш преподаватель Катя прямо вот так все это выпрямляла. Но у меня все впереди. Это новое какое-то. Также на другую сторону. О, друзья, у меня уже получается. Утро вообще не могла. В общем, какие-то такие вещи она делает. Такие нас учила сегодня. Такие нас учила. Вот за спину. Ух. Видите, все хрустит. Покажу вам, что я сейчас приготовила. Вот такие вот у нас закуски с мужем. Бурак, как всегда, салат сделала, приготовила. Это вот, видите сами, сладкий перец, но он такой горький, и баклажаны. Вот мы сыр, мы никак не доедим. Ну, едим по чуть-чуть. Вот, приготовила такую. Это закуска. Сейчас покажу другое. Так, ну смотрите, что я сегодня приготовила. Давно я не готовила такое мужу. Значит, булгур с овощами. Нохут. А мне такой суп. Видите, с куриными фрикадельками. Цветная капуста, морковь, кабачок. И картофель отварной. Вот мы сейчас будем это все кушать. Приятного нам аппетита и вам тоже, друзья мои. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.